легкую вообще загадку, что-нибудь. Да не все равно. Ну, найди, открою интернет загадки. Сейчас другую, что-нибудь. Забили. Да все, уже проехали, короче, дави. Сейчас другую загадку показаю. Залетает интернет жестко. Давайте, давайте. Привет. Нет. Давай что-нибудь такое прикольное. Самый известный полупроводник. Самый известный полупроводник. Отгадываем. Отгадываем. Быстрее, 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 быстрее. Нет, давай другой. Мне больше нравится. Ну, давай другую. Один глаз, ток, один рог. Ток, кантал, ну? Нет. Короче, другая загадка. Все, давай. Один глаз, один рог, но не носорог. Один глаз, один рог, но не носорог. Что это такое? Это чудовище какое-то. Что это? Один. Да, давай. Короче, это вообще... Давай, что в угол глядывай. Давай что-нибудь легкое. Ты что, легкое? Давай нормальные загадки. Что нужно сделать, чтобы блондинки загорелись в глаза? Чего? Что нужно сделать, чтобы блондинки загорелись в глаза? Давай нормальную загадку. Посвятить блондинке в ухо. Да мы это же сказали. Россия щедрая страна. Что нужно сделать, если вы сели в машину, а ноги до педали не достают? Найди нормальные загадки. Вот, подожди. Сейчас, ребят, найдем нормальные загадки. Зубах ты скал в глазу. Я не могу. Да какие пять зеленых, откуда взять, денег нету, бомжи. Сейчас, ребят, найдем, короче, нормальные загадки. Потише сделаю, этого не слышно ни хера. Найдем какие-нибудь нормальные загадки, адекватные. Русские загадки. Ладно. 80-х годов. Вы там пока делитесь, короче, трансляцией. Подписывайтесь на канал. Мы тыкнем сейчас радио. Погладить. Чтобы так спереди погладить, нужно сзади полезать. Это что такое? Вот, давайте, нормальная загадка. Чтобы спереди погладить, нужно сзади полезать. Что это такое? Марка, красавчик. Давай номер телефона твой тебе скину. 5 зеленых. Телефон. Телефон, ищи следующую загадку. Телефон, 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 9, 9, это Россия, 995, 100, бля, 183, 37, 68, 37, 68, правильно номер? 995, 183, 37, 68. Пиши, правильно, неправильно, плюсик, плюсик, если правильно. Да, красавчик, все, продолжаем. Продолжить. Там сумма платежа оплатить. 5 рублей ушло. Все, давайте дальше. Лежит на спине, никому не нужна, прислони к стене, пригодится она. Чего там еще читай? Лежит на спине, никому не нужна, прислони к стене, пригодится она. Ответ не покажу. Подушка. Нет, не, не, не подушка. Гладилка, нет, не гладилка. Ну, кстати, гладилка, да, что-то похоже. Плакат, нет, не плакат. Плакат, не плакат. Давайте дальше, вариантики. Давай еще раз читай. Приветик. Лежит на спине, никому не нужна, прислони к стене, пригодится она. Не, не картина, не картина. Лежит. Пропускай. Уже мама. Ой, блядь, красавчик. Сложно, давай дальше.
Ладно, хорошо. Как хорошо тебе и мне, когда лежишь ты на спине. Что надо делать? Угадывать загадки. Как хорошо тебе и мне, когда лежишь ты на спине. Че это где ответ? Член. Давай это самое. Ладно, давай нормально. А то сейчас, короче, это... А то я тебя забаню, кто там член пишет. Давай вот это легкое вообще. Да. У какого молодца утром капает с конца? У какого? Ну, это вообще легко. У меня... Кран, Саня, красавчик. Саня, давай номер телефона свой, Саня. Саня, Саня, Саня. Номер телефона свой пиши быстрее. Пиши номер телефона, Саня. Номер телефона 999-923-923-28-79. Проверяй, проверяй, правильно? Проверяй, 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 проверяй. Пиши плюс, если правильно. Плюсик, если правильно. Да, красавчик. 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 Аплодить. Давай дальше загадку. Сейчас, подожди. Все, ушли. Следующий ушли. Поехали дальше. Зерно, прошедшее огонь, воду и медные трубы. Зерно, прошедшее огонь, воду и медные трубы. Не за что. Что это? А, кофе. Нет, не кофе. Зерно, прошедшее огонь, пшеница, люди. Нет. Тяжело. Не, вообще не тяжело. Не, это легкое. Это вообще. Это вспомните такую-то. Это кто в деревне живет, тот сразу угадает. Давайте, ребят, еще вариантики, если что, с ними дальше пойдем. То мы сейчас... Дай мне зарядку вторую. Горох, семечки, еще раз. Зерно, прошедшее... Что огонь, там? Воду, медные трубы. Зерно, прошедшее огонь, воду, медные трубы. Нет, не пшено, и семечки. Зарядку, зарядку, зарядку. Дай мне телефон садиться. А это что, уже не работает? Не, я этим заряжаю. А, ты этот хочешь заряжать? Да, он, кстати, не работает. А, я этот сел, короче. Кукуруза, вода. Нет, не кукуруза, не вода. Понятно. Котя, ну, отодвинь стол. На меня стол. На меня, на меня, на меня. Тут зарядка на раз. Да, я скажу. Да. Что удлиняется, когда его берут в руки, пропускают между грудей и засовывают в отверстие? Что, блин, за загадки? Жесткие, короче, загадки вообще какие-то. Не, стой, мне там 18% достал. Презик, червяк, штанга, член, презик, червяк. Ну? Что это такое? Ну, логически, если подумать, то можно угадать. Этот, что ли? Да не, давай полегче, они не угадают. Не угадают. Пластин, не, неправильно. Беру двумя руками, сую между ногами. Беру? Ты их находишь? Что это? Где это? Беру двумя руками, сую между ногами. Что это такое, ребят? Ладно, давай другую задницу. Давай, давай, давай. Велосипед, вон, велосипед, красавчик. Давай, номер телефона. Там же видно, очень часто на свадьбу ходит. Телефон давай свой. 999-222-400. Точно он, правильно? МТС? А что 999? Ушли, ушли. Блатной номерок. А, ты блогер? Красавчик. Все, ушли. Ребята, у нас, короче, еще 1036 рублей, поэтому мы тут на всю ночь. Сколько у нас еще рублей? Еще 1036. Давайте дальше, короче, поехали. Сейчас, подожди. Там это самое, когда денежка приходит, отпишитесь, хоть пришло, не пришло, если не сложно. Поехали дальше. Поехали дальше. Ну, давай. Дружит с рацией не зря, слух отличнейший, друзья. Дружит с рацией не зря, слух... Отличнейший, друзья. Слух отличнейший, друзья. Все это... Да это, давай полегче что-нибудь. Да вообще, я пытаюсь найти. Легкие-легкие. Давай загадки к 8 марта. Напиши. Загадки к 8 марта. Гаишник. Нет, это не гаишник. Сейчас будем к 8 марта. Полиция, не полиция.
Это не полицаи. Суховой аппарат, не. Загадки на 8 марта с ответом. Сейчас, ребят, секундочку ожидания. Приглашайте пока друзей своих, там, делитесь трансляцией. Да ну, это вообще, это самое, это легче простого угадать, нет? Ну, нормально. Еще раз, подожди, сейчас мы ищем другие загадки, там они вообще какие-то сложные, хреновые. Вы их не угадаете. Так, что это? Больше часа, меньше минуты. Больше часа, меньше минуты. Давайте учёные физики. Короче, слушайте, больше часа, меньше минуты. Что это такое? Это вообще легкая загадка. Нет, какое время? Нет, не время. Больше часа, меньше минуты. Ну подумайте. Нет, не часы. Больше часа, меньше минуты. Больше часа, меньше минуты. Что это такое? Отгадывание. Ну это вообще, у меня ребенок угадает. Нет, не стрелка. Ваши варианты. Какие-то вообще не писали. Не, загадки те, короче, были клевые. Это вообще фигня. Радость. Не, больше часа, меньше минуты. Радость, подарок, там же пошпилит. 60, нет. Секундная стрелка, красавчик. Давай номер телефона. Номер телефона. Стрелка, секундная стрелка. Секунда, вообще секунда. Пиши номер телефона, кто там угадал. Секундная стрелка. 960 420 23 27. Красивая девочка в заставке. Спасибо. Все, это ушли. Продолжаем. Поехали дальше. Давай дальше загадку. Какая была лошадь, когда покупали ее? Какая была лошадь, когда покупали ее? Какая была лошадь? Пони, стоковая, хер знает. Маленькая, продажная. Какая? Дай я посмотрю ответ. Бей. Я понял. Да это фигня. Давай другую. Да ну. Трудно, жеребец. Они фигню пишут, это я тебе говорю. Трудно. Давай чему. Какая птица яйца не несет, но сама из них вылупляется. Какая птица яиц не несет, но сама из них вылупляется. Это, блядь, пол Питера таких ходит. Я вам такую подсказку дал. Пингвин. Нет. Особенно вот этих с подворотами. Хипстер. Нет. Петух, да. Гарри первый был. Гарри. Видишь, они подвор. Гарри, давай номер свой. Гарри 18. По сколько ты скидываешь? По 5 рублей скидываю. Короче, видишь, говорю подворот, они сразу понимают. Гарри 18, 951, 943, 966. Правильно, нет? Правильно. Давай быстрее. Правильно. Плюсик поставь, все правильно. Плюсик, все правильно. Ну, Гарри. Плюсик. Красавчик, отпишись, как ведут, ребят, отписывайтесь, как приходят. Плюсик поставьте, там пришли, и можно даже спасибо сказать, правда, не за что. За 5 рублей спасибо не говорят. Пришло. Красавчик. Давай дальше загадку. Загадку дальше. Делитесь трансляцией, подписывайтесь на канал.
Порой грязными руками мы достаем его из брюк, подносим к дырке с волосами, и раздается смачный звук. Я почему-то правда и подумал, что это именно он. Телефон, нет. Нет, это не телефон. Нет, это не телефон. Ключи, нет. Прочитай еще раз. Порою грязными руками мы достаем его из брюк, подносим к дырке с волосами, и раздается смачный звук. К дырке с волосами. Ключами к дырке с волосами. Йотафон. Как вариант, но нет. Как вариант, но нет. Монеты. Не, монета. Замок, наушник. Ну, это вообще легкое. Замок, наушник. Карта нет. Нет. Крышка нет. Еще раз читаем. Что там? Читай еще раз. Порой грязными руками мы достаем его из брюк, подносим к дырке с волосами, и раздается смачный звук. Угу. Я же выучила. Ну это вообще легко, ну еще. Вы что, короче, подписывайтесь, это самое. Друзья, добавляйтесь, он аватарка. Добавляйтесь, друзья. Мусор. Не мусор. Давай дальше. Давай дальше, они говорят, мы тупые. Летели три страуса, охотник одного убил. Сколько страусов осталось? Летели три страуса. Охотник одного убил. Сколько страусов осталось? Очень легко. 3-2. Нет. 0-3. Вы что, издеваетесь, что ли? 3-2. Не летает. Правильно. Красавчик. Страусы не летают. Какой тебе номер? Напиши, я тебя, по-моему, отправлял уже, да? Сейчас на все заработаем. Да, сейчас подождите. Я найду тебя. Блин, вот так не найдешь. МТФ. Блин, короче, напиши 999-222-000, да? Я уже его выучил. 999-222-000, да. Охуенный номер. Да, я тоже сколько хочу. Зайка на обоих, кто это? Это дочка. Отправляем. Где? На фотографии. Все, ушло. Допускай, ну зачем банить? Это так 5 рублей раскидываем. Ладно, там по 100 рублей, по 50 хотя бы. Не горят? Да. Не горят, а гасить их все равно приходится. Спасибо. Не горят, и гасить их все равно приходится. Что это такое? Да я не знаю, покажи ответ. Звезды? Нет. Свечка, глаза. Это насущная проблема нашей Рашки. Лампа. Мозги, лампа. Нет, ребят, нет. Подписывайтесь ВКонтакте. Люстра, нет, не люстра. Хоть, может, ты его потом включишь? Он шумит. Мысли, нет, не мысли. Свет, не свет. Не свет. Изжога. Нет. Фонари. Нет. Еще раз. Не горят, а гасить их все равно приходится. Это загадки с подвохом. Не горят, а гасить их все равно приходится. Думаем, ребятки, думаем. Долг? Да, красавчик. Долги. Это долги. Известь. Известь. Давай телефон свой. Могу. 960. Я тебе уже отправлял, да? 960, 420, 23, 27. Продолжились. Отправились. И здесь тоже кажется, я могу сказать. Ушла. Учреждение по отправке людей на небеса.
Психушку, что ли? Пришли. Красава. Морг. Давай дальше. Что там, учреждение? По отправке ведения небеса. Церковь? Нет. Не. Ну да, кстати. Учреждение по отправке людей на небеса. Аэропорт. Красавчик. МР Марк. Короче, давай на телефон. МР. МР Марк 1. Аэропорт, да, тут? Угу. Да, правильно. Молодец. Молодец. Мы тебя поздравляем. Ты выиграл 1 000 000. 9, 5, 183, 37, 68. Можем потише. Так, нормально? Номер правильный? Номер проверь. 9, 5, 183. Красава. Я тебе уже отправляла, я помню. Ушло. Поехали дальше. Короче, ребятки, давайте еще 2 загадки. Да. Блин, завтра школа в 6 точно. Давайте, ребятки, короче, это самое 2 загадочки. И все, и пойдем мы тоже. Кто мне завтра рано вставать на работу? Грузить мешки, грузчиком работы. Денежку для вас буду зарабатывать. Давай. Ща найдем что-нибудь. Что там? Нашла? Да. Что может летать на глубине 2 километра? Что может летать на глубине 2 километра? Блин, жизнь не отгадает. Ой, блин. Не угадай, давай другую, сейчас другую загадку, это сложно. Дальше, что там, дальше. На поле сидит и в попу глядит, какая профессия человека. На попе сидит и в попу глядит. Не, это вы тоже не угадаете, давай дальше. Давай какой нормальный. Не. Да. Ну это тупые загадки, депутат. Ну тоже верно, но нет. Сейчас, ребятки, секунду. Пока музычку слушаем. Музыкальная пауза. Вот, радуйся. Да это старая. Не знаю? Да. Да это тоже старая. Это тоже старое, детку, да? Давай сегодня нормально. Давай, да, все, ребят, все. О, давай это. Выше колена, не выше колена, пониже пупка, дырка такая, что влезет рука. Что это такое? Выше колена, пониже пупка, дырка такая, что влезет рука. Карман, красавчик. Магомедушка, давай, братишка, кидай номер телефона. Магомед. 964, 960, 420, 23, 27. Я уже скоро его выучу. Киска, бывший. Что? Короче, правильный номер телефона, смотри. Чё там? Короче, все, я уже отправил. Правильно. Ушла. Придут, отпишись, плюсик поставить. Все, ребятки, давайте последняя загадка. Сейчас мы найдем и потопаем и спать. Тоже 1 часа ночи. Пора на койку идти. Пора идти на койку. Давайте еще одну загадочку. Сейчас найдем момент.
Короче, слушайте, что нельзя сделать в космосе? Что нельзя сделать в космосе? Что нельзя сделать в космосе? Ну, если там один из этих ответов будет, то это самое. Отдадим. Что нельзя сделать в космосе? Ваши варианты. Говорить. Можно говорить, почему нельзя. Еду можно, неправильно. Приготовить. Ну, хрен его знает. Не знаю, нет. Ну, да, вот это вот. Писать, выйти, какой. Почему, когда захочешь спать, идешь на кровать? Не, это трудно. Нет, это не трудно. Разложиться, купаться. Не, не то, не то, не то. А что там? Какой там ответ? Не, выше, выше, который повесится. Дышать, повеситься. Не, неправильно, неправильно. А, повеситься, повеситься. Кто ответил повеситься? Повеситься, Саня, 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 да. Сашка! Сашка, давай номер телефона. Саня. Дышать нет. Дышать можно в космосе. Через что-нибудь. Бля, одни те же, короче. Там 3 или 4 номера. 923. 28-79. Правильно проверяй. Проверяй, 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 проверяй. Проверяй. Вы съели мой пирожок? Да, да. Давай еще одну загадаем, давай. Последнюю. Да? Кот, и голову болит. Короче, я на тебя подписал. Короче, еще одну, ребят, загадываем. Последнюю на джекпот. На 2 плату. На 10 рублей? На 11. На 11 рублей. На целых 11 рублей. Рашка, щедрая страна. Сейчас найдем. Найдем загадочку. Ожидайте. Так, музыкальная пауза. Песню, короче, я помню. Ну что, ну? Какое-то... Ну, не часто, мы просто не делаем, ну, все, переодим. Какое? Какое? Короче, ребят, последняя загадка. Какой рукой лучше размешивать чай? Какой рукой лучше размешивать чай? И ваши варианты ответа. Вариантики ваши ответа. Ложкой. Красавчик, сел. Ложка. Видишь, все это самое. Сразу правильно. Сева, кидай номер. Номер телефона Сева. Сева, Сева, телефончик, номер телефона. И ты сорвал джекпот. А ты сорвал джекпот. Пальцы. Севка, Севка, Севка. Сева. Сева, Сева. Сева, давай, 5 секунд, 5, красавчик. 970, 978. 810, 810, 1000, 1000, 1000. Проверяй номер телефона. Номер телефона проверяй. Номер телефона. Плюсик, если правильно. Плюсик, 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 сева, плюсик. Сева, сева. Ну, сева. Красавчик. Что так долго думал, Сева? Придут плюсик, поставь сразу, и все, мы отключаться будем. Плюсик, Севушка, Севушка, плюсик. Сева. Пришли, ну, Сева, 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 Сева.
Спасибо, пришли, красавчик. Ладненько, ребятки, все, всем спокойной ночи, всем сладких сновидений. Заходите к нам еще, не то нажал, подписывайтесь на канал. Все, всем пока-пока-пока.